сегодня мы с Жекой вырвались на рыбалочку в печенеге половить окуня. Вот кончик водохранилища печенежского. Будем пробовать новые приманки. Вот. Не, ну здесь круто. Я здесь первый раз. Супер. Итак, хочу показать, на что я буду сегодня с Жекой рыбачить. Я приобрел вот такую резину. Фанатик. Боксер в цвете 001 3-дюймовый. Потом боксер виброхвостик 2-дюймовый, тоже в этом же цвете. И личинку стрекозы в цвете 022 и 001. Личиночка стрекозы. Слышал, что эта резина неплохая, зарекомендовала себя. Вот, будем использовать еще офсетные крючочки под 2-дюймовый листорочек или тут трикоску 2-дюймовую, без разницы. Вот, ловить я буду сегодня своим спиннингом от фирмы Флагман Сенсор. Вот. На отводной поводок. Катушка у меня стоит Экусима 2000. В принципе, думаю, будет нормально. Грузик поставил 10 грамм. Глубина здесь метра, наверное, 3. Ладушки, будем продолжать. Так, решил попробовать на стрекозку в цвете 0,22. Пробуем. Забросик. Ждем, пока грузик опустится. Опустился. И волочим грузик по дну. Нет, тут камушки. О, да, походу поклевка была. Вот. Работает резина Фанатик, стрекозка, окунь ловится. Отпустим. Хотелось бы что-то покрупнее поймать. Ну, пока удовольствие получаем от мелкого окуня. Камушки. О, есть. Вот это уже покрупнее немножко.
Это такой шарик поинтереснее клюнул. Вот здесь. Да, метра два от берега. Не буду скрывать, мы с Жекой хотим наловить окушка на таранку, завялить. Так что, таких, чтобы более-менее, будем забирать мы с Женей. Мелкого будем отпускать. Нас засекли. А вот это я не спрашивал. Тут истребитель над нами кружляет, вообще задолбал. Ага, низко так. Я его на камеру снял. Меня КГБ поймает и расстреляет. Нашел окушка стайного, походу. Две поклевки подряд на вот такую букаху, стрекозу. Цвет 001 на 022. Не хочет брать. Есть? На вертошечку? Нет. А на шо? Ручьёв. О, кстати, вот эта букаха ручьёвская, очень даже рабочая. У меня, блин, щука все подкусывала. Надо будет приобрести себе. Хороший. Хорош. На тараночку пойдет. О, есть. Окончик. Говорю, в сторону ушла немножко. Немножко в сторону бросаешь. Поклевки начались. Да что ты будешь делать? Так. Показываю. О, есть. Нападение. Нападение берет. Вот, окушарик. Еще один. Причем. Сука. О, обратно. О, есть, сел. Блин, сопротивляется хорошо. Окунек. В самый раз на таранку. Ну, можно было, конечно, и покрупнее. Ну ничего, у нас еще до вечера время есть. О, обратно сел. Оставлять тебе на перепаде? Конечно. Здоровье. Пусть будет. Сел. Ха.
это уже нормальный акушарик. Более-менее. Хороший. Вот. Ага. Это более-менее. Организуй же-ка его. Короче, я куда-нибудь в карман сунул. Смотрите. Вот. Да. 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 О, есть. Сел. А, сошел. Сел. Все-таки. Сел. Возле берега. Солнышко вышло, пригрело, вышел окунь питаться. С утра плохо клевал. Мы, наверное, часа два без поклевок были. О, сел. Захавал и вообще заглот. Вон она. Моя стрекозюлька, отдай. Стрекозюлька. Хороший окушок. Сел. Нападение. Я даже проводку не делаю. Еще раз скажу, 500. Да. А у тебя? Где он летает? Вредный, да? Ай-яй-яй. О, все. Зачетный. Личиночка. О, Жека нашел своего окуня. О, и я нашел. Сработал боксерчик, да? Хорошо. Трехдюймовый хочешь поставить? Ну попробуй. Сейчас. Было принято решение поменять букашку, личинку стрекозы, на рака, отлитого мной. Вот такой вот он рачок. Сейчас посмотрим, как он себя проявит. Поклевки идут. Клюет. Не хочет зажевать его. Есть. Работает рак.
и окунь немножко крупнее на него ловится. Окунь, рак. Сниму рюкзак. Это уже тяжело. Реально тяжело. О, облегчение. Ну все, подошла наша рыбалка к концу. Сегодня мы половили окушка неплохо. Протестировали приманки Фанатик. Тиогу протестировали от Lucky John. Рака самодельного, отлитого. Работала у нас самая лучшая стрекоза с Фанатика. Боксер работал похуже. Двухдюймовый, трехдюймовый Жека пробовал. Поклевки были неплохо, в принципе. Я думаю, у меня на Аскале будет хорошо работать. Хорошо работала сегодня резина от Roy Fishing. Классные червяки. Вот. Они и у меня на Аскале работали неплохо. Поймали мы 5 кг окуня на таранку, чтобы засолить. Ну все. Будем выдвигаться домой. Всем спасибо. Пока. Ага. До свидания. До новых незабываемых встреч в эфире.